Ю. Что ты сейчас вот устроила тут? Что ты устроила? Посмотри на Веронику. Мой сын дебил. Дебил, неадекват, истеричка и матершинник. Это я заявляю всем. Скажи, почему ты говоришь? Я так говорю, потому что он взял со своей бывшей девушки Даши деньги на какие-то дела. Да, они вложились. Мы вдвоем делали бизнес. Да, он даже не дает сказать, понимаете, да? Он не дает сказать, он базарит. Потому что ты не то говоришь, то, что не надо. Не дает сказать, а я говорю не то, что он хочет слышать. Нет. Я говорю не то, что ты говоришь надо. Ложь. Ты говоришь ложь. Он взял деньги с девушки Даши, они вложились в бизнес. Даша прибыли не получила никакой. Кирич, да, потому что мы расстались, потому что все продавал я. Все, если понимаете, продавал, да? Я, то какая стол? Даша тоже продавала. Ты показывала прибыль будет. Мне, что Даша. Ну, она продавала только. Да, а ты ее кинул. Лок. А ты ее где кинул? Где ты ее кинул? Я все деньги, нет, которые она вложила, нет, я вернул. Нет. Да. Только то, что все скрины я тебе а скидывал. Прибыль ты не вернул. Прибыль ты не вернул. И что? Молодец, Кристина, что тебя кидает. Молодцы все девушки, которые проходят мимо тебя. Ты просто это дно. С тобой вообще связываться не надо. Ты вообще такая, блядь, мать, что, блядь, я никому, наверное, не посоветую. Просто страшно вот за вот этих вот девочек, которые с тобой быстрее еще жить будут. Быстрее бы ты отсюда съехал. Быстрее бы ты, дорогой, отсюда это съехал. Просто, тебя надо... Ты просто кошмар. Изолировать от всех людей, а чтобы вот такого, что чтобы такого человека в этой жизни это, больше не было. Никогда. У тебя столько дизлайков, какое ты чмо и говно. Вот этот сын живет в моей квартире, жрет мою как еду. Как я тебя жрет просто мою ненавижу, еду. Блядь. Я тебя ненавижу, понятно? Зря я вообще тебя родила когда-то. Так я что, себя рожать, что ли, просил? Бабушке Вале покажи. Я все покажу. Всем покажу, всем покажу, всем покажу. Да, 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 все. Вот это еще покажу, что ты делаешь вечерами, да? Да, покажи. У нас сегодня 1 февраля, и мы с Серегой отмечаем, да, 1 день. А что это за праздник? А покажи, да, покажи, как праздник? Ты куришь спайсы, как ты набухиваешься. Спайсы? Как ты, да, ты куришь сигареты. Спайсы покажи мне. Покажи, как спайсы, ты куришь. Наркотики покажи мне. Покажи, как ты куришь. Ты наркоман. Знаешь, что такое наркотики? Ты куришь. Ты бухаешь, ты наркоман и алкоголик. Покажи мне. Да, пожалуйста, что я наркоман. Безалкогольное шампанское. Что я наркоман, покажи. Я не покажу. Что написано, что безалкогольное? Ты бухаешь. Что безалкогольное? Ты бухаешь. Ты что творишь, блядь? Ты, сука, бухаешь? Ты, сука, докажи, бухаешь что я бухаю, и блядь. И жрешь мою еду. Пошел нахер отсюда. Дерьмо вонючее. С видео, иди, валет. Со своим видео, сразу, трясущимися ручками. Всем привет. Знаете, она хотела славы? Я сделаю ей славу. Если можете поделиться этим видео, поделитесь им обязательно. Я об этом особо никогда не просила, но это тот случай, когда это видео надо распространить. Я к чему все? Знаете, с одной стороны, она отвратительная мать. В любом случае, она отвратительная мать. Я вам заявляю, как женщина, которой тоже растет сын. Что бы он ни сделал, я всегда буду на его стороне. Всегда. Каким бы он плохим бы ни был, он мой ребенок. Но, опять-таки, знаете, тут яблочко далеко от яблоньки не упало. То есть, возможно, у него тоже есть какие-то косяки. А, возможно, он тоже такой проблемный парень. Но... В любом случае, повела она себя омерзительно. У меня даже слов нету, чтобы описать эту женщину.